поговорим о страхе. Когда мы делаем что-то привычное для нас, что-то повседневное, обыденное, то, что мы делали уже много раз, мы не испытываем страх. Страх мы испытываем тогда, когда мы стоим перед каким-то делом, которое мы еще ни разу не делали. И в первом случае мы прекрасно представляем, что мы делаем и к чему это приведет. А когда мы стоим перед неизвестностью, мы не знаем, что нас ожидает. И именно это вызывает наш страх. Я предлагаю вам новый взгляд на страх. Представьте, что каждый раз, когда вы испытываете страх, Вселенная подсказывает вам, что у вас есть отличный шанс, и что вы стоите на пороге нового колоссального опыта, испытав который, вы сможете мощно продвинуться в вашем развитии. Не воспринимайте страх как нечто негативное и мешающее вам. Воспринимайте страх как подсказки о том, что вот здесь и сейчас у вас есть шанс использовать его и продвинуться вперед. Те люди, которые преодолевают страх, достигают большего в своей жизни, чем те, кто боится и отступает назад. Все те вещи, которые вызывают у нас сильный страх, обладают потенциальной возможностью принести нам наибольшее удовольствие. Больше, чем то удовольствие, которое приносит нам выполнение повседневных вещей, которые мы привыкли делать и в которых нету для нас новизны. Поэтому страх – это не что-то мешающее нам, а страх – это подсказывающее нам, что перед нами стоит новый опыт, и мы можем испытать его. С вами был Антон Деркач, до встречи в новых видео.